Thank you.
уже. Как можно? Грамм 320. Да, можно. Ох, какая лещ. Thank you.
вначале леща, да, чтобы 8 раз не перегрузил. Да, да, да. Ай, баран. Два 250. Ха-ха, качество. 50 не угадал. Можно? Пять 550. Я третий. А в твою слышу, меня не зашло, блядь. Три 440. Блин, по граммам, по граммам. Так, давайте будем рыбить. Команда крупную рыбу вешает. Ну, блядь, у прямо ага, один дома. Смотри, налей. Мне кажется, она все варит. Не будешь? Ну, хорошо. Я Конечно. 270 грамм. Кошка будет рада.
Себе. Мы не видим. Да. Четыре леща больших. Килограмм 7-10, наверное. Одинаково брать от них. Да обе взвесить, пополам разделить. Окуньки два, красноперка. Ух ты, тоже гигант, блин, килограмма по два. 9250. Вот пятую мне не подстёрся, да? Смотрите, крупная, два с половиной, я думаю. Тихо, мой хороший. Тихо. О, тихо. Тихо, все, мой хороший.
2440. 1-й день. Завтра продолжение и подведение итогов. И награждение. Можно. Пять 890. Продолжение следует...
Можно. Грамм 450. Там уже. Команды не было, команды, ребята! Не было! Это что он тебе в зоне перед? Предупреждение получается! Да-да-да! Давайте перейдем в зону! Давайте! Вижу! В любом случае выиграю!
Но я что-то в жопе, а вот если без руки не Я, короче, один зачет. Не, а что, все, уже весили, я последний. Кажется, ты меня не докопаешься. Тебе придется историю. Я предлагаю не считать его за что-то. Хорошая идея, потому что тебя как раз там привезли. Считать его надо, а забрать его надо. Так, тут уже взвесили. Да, тут взвесили уже. Ну вот первый день. Первый день соревнований по рыболовле прошел. Завтра будет второй день. Подведение итогов. Я прозевал взвешивание. Подведение итогов и награждение. Надо будет не прозевать.
Начнем представление. Соревнования хлыбки мельки. Ну ладно, пойдем в футбол смотреть. Надо глянуть там на втором участке.